Полиция проводит рейды по выявлению торговых точек, где нарушают закон о продаже алкоголя. К одному из таких рейдов присоединились и журналисты телекомпании «Город». Буквально в первом же магазине, вопреки запрету, продали бутылку водки. Дело в том, что, согласно постановлению правительства Иркутской области, в торговых точках, расположенных в жилых домах, торговля алкогольной продукцией запрещена с 9 часов вечера, а контрольную закупку провели около половины десятого. Проверочку. Сколько времени? Скажите. 21.30. Со скольки у нас запрещено торговать алкогольной продукцией в домах, в магазинах расположены? Скольки? С 9. С 9, да. Почему? В то время не посмотрела. Подобное оправдание часто можно услышать от продавцов, говорят сотрудники полиции. Рейды проводят регулярно по заявлениям граждан. По словам полицейских, сейчас предприниматели стараются не нарушать закон, однако до полного соблюдения административного законодательства еще далеко. За данное правонарушение индивидуальный предприниматель, как должностное лицо, несет ответственность согласно Кодекса об административных правонарушениях, статья 14.16, часть 3, иные нарушения розничной продажи алкогольной продукции. Штраф предусмотрен от 5000 до 10000. Полицейские также призывают граждан быть более бдительными и просят сообщать о местах, где торгуют водкой или пивом, после 9 вечера в магазинах, расположенных в домах, и после 10 вечера в прочих торговых точках.